В Алматы демонтируют несоответствующую стандартам наружную рекламу. Сегодня в Алмалинском районе предпринимателям разъяснили новые правила дизайн-кода. Некоторые представители бизнеса сразу же начали демонтировать вывески. Мадина Исюмбаева продолжит. Сейчас данный объект не соответствует требованиям дизайн-кода, то есть нарушает архитектурный стиль облика города. В связи с этим мы проведем демонтаж. Разноцветные щиты и рекламные вывески на зданиях и коммерческих объектах теперь подлежат сносу. В мегаполисе продолжаются работы по наведению визуального порядка. Сотрудники управления городского планирования и урбанистики, а также представители районного акимата разъяснили предпринимателям новые нормы. После чего некоторые поспешили убрать несоответствующие вывески. В целом представителям бизнеса выдано порядка 900 уведомлений. Мы согласны о том, что необходимо довести до сведения всех арендаторов, что мы и сделаем сегодня, о том, что необходимо соблюсти этот единый дизайн-код. В связи с этим обратимся в управление урбанистики города Алматы за консультациями и за, ну скажем, профессиональной помощью. Напомним, дизайн-код Алматы утвержден маслихатом в конце прошлого года. Этот документ устанавливает строгие требования к оформлению и наполнению различных носителей информации. То есть вывески, рекламные щиты и другая наружная реклама должна быть в едином выдержанном стиле. Она не должна нарушать целостность здания, на котором размещена. Уведомляем предпринимателей о необходимости, о рекомендации в начале приведения в соответствие принадлежащих им объектов навигации и наружной рекламы в соответствии с этим с дизайн-кодом. Дизайн-код – это набор бренд-буков, которые регламентируют, показывают тот набор, ту палитру цветов, применяемых, необходимых для применения, шрифты. По поручению акима города Ирбулата Досаева дизайн-код внедряется поэтапно. Предприниматели с пониманием отнеслись к нововведению. Специалисты надеются, что в скором времени все элементы рекламы в мегаполисе будут гармонировать с архитектурным стилем фасадов зданий. Мадина Исюмбаева, Сахангали Мунайтпасов, телеканал «Алматы».